Итак, пришло время рассказать об обновлении одного из популярных кроссоверов, а именно о Mitsubishi Outlander 2020 модельного года, который получил 7-местный салон, умный полный привод SAVC и новую систему мультимедиа. А теперь подробнее. В связи с тем, что сейчас модно иметь 7-местный автомобиль, каждый производитель пытается выпустить такой на рынок. В обновлении появилась новая решетка радиатора и серебристая окантовка в нижней части переднего бампера. Обновился дизайн блок фар, колесные диски и увеличился спойлер на крышке багажника. Но появилась еще одна деталь. На багажнике есть новый шильдик SAVC, который говорит о наличии системы полного привода Super All-Wheel Control. Эта система заслуживает отдельного внимания. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете все подробности. И не забудьте подписаться на канал. Mitsubishi Outlander 2020 модельного года по-прежнему имеет спокойный характер. Автомобиль может подарить водителю только плавные реакции на нажатие педали газа. Трансмиссия неспешно, но мягко меняет передачи. Реакции на поворот руля четкие и понятные. Но как уже можно привыкнуть, у большинства современных автомобилей минимум обратной связи. Ходовая часть отлично настроена для наших дорог. Довольно мягко проходят любые ямы и лежачие полицейские. При этом достаточно хорошая стабильность напрямую. В 7-местном автомобиле грузоподъемность увеличилась до 655 кг, а в 5-местных версиях расчет был на 550. Снаряженная масса автомобиля 1 тонна 555 кг. Теперь по поводу нового полного привода. Есть режим Normal, в котором автомобиль ведет себя действительно нормально и спокойно. В режиме Gravel кроссовер становится более резким в своих реакциях, прежде всего активнее подрабатывает задняя ось и автомобиль ввинчивается в поворот. Так на скользкой и извилистой дороге грунтовке получается ехать интереснее, ввиду того, что уменьшается недостаточная поворачиваемость. Подобное можно наблюдать в режиме Snow. Также присутствует режим Eco, он предназначен для движения по сухим дорогам, изначально привод только на передние колеса, задние подключаются по мере необходимости. Диагональное вывешивание автомобиль, как и прежде, проходит достаточно тяжело, но в повороте теперь Mitsubishi Outlander 2020 модельного года умеет поворачивать заднюю ось за счет перераспределения тяги между колесами и подтормаживания внутреннего переднего колеса. Умный полный привод реально влияет на поведение автомобиля. Данная версия полного привода получает информацию о состоянии автомобиля не только с датчиков нажатия педали акселератора и угла поворота руля, но также от датчиков продольного и поперечного ускорения и сенсора поворота автомобиля вокруг своей оси. Кроме того, каждый из режимов работы полного привода подразумевает свою логику срабатывания фрикционной межосевой муфты, имитация межосевой блокировки и тормозных механизмов на разные колеса. В салоне очень тихо, даже на скоростях выше 100 км в час тихо и стабильно. Разгон до сотни автомобиля с 2,4-литровым двигателем и вариатором составляет 10 секунд. Теперь о салоне. Общий дизайн передней части, как и внешность, почти не изменился. Как и прежде, большая передняя консоль, но уже с 8-дюймовым дисплеем, с возможностью подключения смартфона и воспроизведением с флеш-карты. Блок климата полностью новый, выглядеть он стал более современно, но функционал по сути не изменился. Хорошо, что используется мягкий пластик в отделке. Да и в общем салон выглядит нарядно, сиденья широкие и мягкие, доступна электрорегулировка поясничной поддержки. И кстати, достаточно хорошую аудиосистему получил Outlander Mitsubishi Power Sound System. Звучит очень достойно. В составе данной аудиосистемы 8 динамиков и усилитель на 510 Вт. Задний ряд теперь сдвигается, в частности для того, чтобы добраться до третьего ряда сидений. Задний диван вдобавок разделен на две части, которые могут сдвигаться по отдельности. Также есть возможность регулировки дивана по углу наклона спинки. Доступны дефлекторы вентиляции, USB разъем и подлокотник с подстаканниками. Третий ряд очень тесный, подойдет только для детей, потому что автомобиль по базе не увеличился, а третий ряд впихнули. Объем багажника 502 литра при стандартной 5-местной конфигурации салона и 128 литров при поднятом третьем ряде сидений. Стоимость 7-местного автомобиля составит 1 миллион 843 тысячи рублей. В общем, хочется подвести итог. Mitsubishi Outlander достаточно большой автомобиль за свои деньги. Японская компания, поэтому автомобили достаточно надежные. Хорошая проходимость с клиренсом 21 см, мягкая подвеска и достаточно хорошая комплектация.
комплектация. Размеры автомобиля 4 метра 69 сантиметров в длину, ширина 1 метр 81 сантиметр, высота 1 метр 71 сантиметр, колесная база 2 метра 67 сантиметров. В общем, напишите в комментариях, как вам такое обновление, и не забудьте проверить, подписаны ли вы на канал.